Моя задача протестировать эту интересную штуковину. Первое, что бросается в глаза, это красота, это отполированный такой стильный дизайн. Он в цилиндрической форме, с тремя камерами и напоминает ДТК Ильина. Этот ДТК несколько другой, работает чуть-чуть иначе. И, видимо, это происходит из-за формы камер, которые действительно другие. Внизу написано, что мод, модель SA1016 Swift. Калибр 9x19, резьба даже указана M16x1. Кстати, M16x1 это стандартная резьба, которая идет на все девятки. Теперь вы будете об этом знать. Мы будем тестировать его не совсем научно, но мы будем тестировать его вполне практично. Для того, чтобы проверить ДТК по-научному, нужно сложное техническое оборудование, нужны датчики, нужно слоумо и так далее. Чтобы проверить ДТК в условиях стрельбища, понадобятся только патроны и какая-нибудь мишень. У нас мишень — это покрашенный гонг диаметром 30 сантиметров, в который мы будем стрелять с дистанции 20 метров. Почему 20 метров? Это более или менее реалистичная дистанция, когда мы стреляем на соревнованиях пары. Если дистанция больше 20 метров, то выстрелы будут уже раздельными. Что-то в стиле бум-бум, бум-бум. Нам ДТК нужен для того, чтобы повторный выстрел в практической стрельбе делать максимально быстро. Так называемый сплит. Бабам, бабам, бабам. Данный ОСМ стандартный, он мне не позволит какие-то чудеса показывать. Ну, что-нибудь в районе 0.2 я стрельнуть смогу. Именно на сплите 0.2 мы поймем, насколько этот дульный тормоз-компенсатор компенсирует и насколько он убирает увод и отдачу. Мы используем патроны бренда Калашников. Это патроны 115 грейн. Будем считать первый пристрелочный. Итак, у нас собралась группка в 17 сантиметров. Это был так пристрелочная попытка. Сейчас закрасим, сделаем еще раз. Прямо скажу, первый подход меня не вдохновил. Нормально, но не более того. Но это все-таки первые выстрелы без разминки, тем более холодно. ДТК от Булитека вступил на то же поле, где уже успешно обосновались другие. Дульников на рынке уже около 15, но для сравнения я взял те, которыми пользуюсь сам. Это ДТК от Хитфактора. Данная модель уже не выпускается, и ее заменил новый тяжелый 4-камерный дульник. Другой ДТК, который я взял, это победитель прошлого теста, компенсатор Лина от Custom Guns. Хитфактор весит всего лишь 185 граммов, пушинка по теперешним меркам. Булитек значительно тяжелее, 345 граммов. И еще немного тяжелее, дульный компенсатор от Custom, 390 граммов. Оружие разряжено, стоит на затворной задержке. Радиусы у нас сходные с ДТК Лина. Custom Guns. Вот. Камеры у нас расположены практически на том же уровне. Крепеж выполнен схожим образом. Решение со сменой, никаких контрагаек. То есть все, что нам нужно будет сделать, это просто слегка приотпустить его. Все, теперь он у нас совершенно свободно снимается. Убираем этот дульник и прикручиваем второй. Когда я стреляю с этим дульником, я его поворачиваю на 45 градусов. Ну, может быть, здесь 46 градусов или 44, но это не так существенно. Обратите внимание, что даже один и тот же ключ используется, и у винтов, у шляпок один и тот же размер. Сейчас сделаем два захода по 10 патронов. Серия с 10 выстрелов ДТК Ильина. Может быть, потому что он мне привычный, но группа явно лучше на ДТК Ильина. 15 сантиметров.
11. Вообще у меня две сайги девятки. Одну я облачил полностью. Одна сайга у меня облачена полностью в Custom Guns, потому что у Custom Guns есть целостное видение тюнинга, соответственно, логично все их элементы было применить. Во втором я ищу варианты, во второй сайге я ставлю разные вещи, разные расширители, предохранители, разные ОСМы, и моя задача найти какой-то альтернативный, другой хороший комплект. Сейчас я убираю ДТК от Ильина и буду ставить ДТК от Hit Factor. Он явно меньше размером, меньше массой. У них есть другая версия этого дульника, но она у меня отсутствует. Все эти дульные тормозы мне были предоставлены совершенно бесплатно, но это не рекламное видео. Никакого давления, никаких обязательств хвалить какой-то или критиковать какой-то дульник у меня нет. Итак, этот ДТК здесь стоял раньше. Это дульник от Hit Factor. Он сам по себе гораздо меньше. Конструктивно при этом схож. В принципе, если не было бы срезано здесь, то он был бы больше по массе, но так он получился легким. У него также есть три порта, в общем, они очень похожи. Единственное, мне здесь в меньшей степени нравится крепеж, потому что, как мне кажется, да, это делать быстрее, но это как-то неравномернее получается. И даже когда его сильно зажимаю, он у меня почему-то продолжает вращаться чуть-чуть. Вот, вы можете это дело увидеть, да? То есть я достаточно сильно его затягиваю, он почему-то у меня продолжает вращаться. Ну, потянем еще сильнее. Этот дульник у меня также стоял на 45 градусов. Вернем его в исходное положение и продолжим. Еще два захода по 10 выстрелов. ДТК Hit Factor. Один был промах у нас. Общая группа 16 сантиметров. Эта группа намного лучше. Выключаем нашу видеофиксацию новомодную с отличной стоечкой. Что у нас тут получилось? Очень неплохая группа. Все попадания пришли в цель. Сейчас мы померим. Вероятно, даже группа будет самой лучшей. Но какова роль ДТК и какова роль стрелка, правда? Да, 15 сантиметров. Если брать мишень IPC, то все эти попадания приходятся в альфу. Самая ценная зона мишени – альфа, в ширину 15 сантиметров. Это и будет нашим ориентиром для приемлемой кучности. Именно по этой причине я так привязался к тому, чтобы парный выстрел приводил к разбросу попадания не более 15 сантиметров. Все это довольно условно. Но нам нужна практическая привязка. Поэтому, если карабин позволяет лично мне стрелять на дистанцию 20 метров со сплитом 0,2 секунды и разбросом попаданий не более 15 сантиметров, я считаю это высоким показателем. Хотя даже в этом тесте мы видим, что получается попадать не то что в диапазоне 15 сантиметров, а в диапазоне 1-2 сантиметров или даже пуля в пулю. Но каждая пара это частный случай, а статистически лучше судить по всем попаданиям на матче, либо в этом тесте. А дальнейшие исследования должны включать в себя отстрел вообще без дульника. То есть это контрольный отстрел. Может быть, вообще никаких ДТК не нужно. Давайте его полностью открутим и с голым стволом постреляем. Но в моем карабине, который второй карабин, в нем есть маленький секретик. Там стоит утяжелитель ствола на самом конце, который сделан хит-фактором. Это просто болванка, прикрученная на винтах, и она, на мой взгляд, не только делает плохо, но и хорошо. Плохо из-за того, что баланс сильно смещается вперед, и карабин становится тяжелым, и не так приятно его держать, например, переносить в одной руке или при перезарядке. Но с другой стороны, на мой взгляд, он неплохо повышает кучность стрельбы, не давая стволу разболтаться. То есть он забирает часть инерции. Стреляем с голого ствола. Посмотрим, что получится. Будет комедия, если результаты попаданий не изменятся. Так что сейчас можете в комментариях
оставить свои собственные предположения. Нету дульного тормоза компенсатора. Стреляем напрямую. Не стреляем. Дует ветер. Будет нечестный результат. Даже на тяжелых людей, но с большой парусностью, стрельба на достаточно дальнюю дистанцию, где нужна точность, она изменяется в зависимости от того, сильный ли ветер или нет. Поэтому, если ветер дует, то надо переждать. Так, нет ДТК, стреляем. Ага. Затвор прошелся по магазину. Это стандартный магазин, который стоит на Витязь, который идет в комплекте с Сайгой. Сейчас не подача. Ответственный момент. Сейчас выяснится, что тратить деньги на глупые дульники вообще не нужно, да? Оставили карабин. Стреляем. Если дульник имеет эффект, то весьма небольшой. Судя по попаданиям. Посмотрим, это было попадание, его забыли закрасить. Вот у нас берем сантиметрик. Да, 15 сантиметров. Прикольно. Может вообще избавиться от ДТК. А у нас как было в районе 15 сантиметров, так и осталось. Да, скандальный вывод. Хотя, с другой стороны, стоит утяжелитель ствола. Без всяких там портов мудреных, без всего. И он играет роль точно, потому что я стрелял уже. У меня есть целый большой тест, где я без него стреляю. Там попадания разлетаются очень далеко, там 24-26 сантиметров. Смотрите видео, кстати, на канале. Но давайте еще раз попробуем. Вдруг так сложились обстоятельства. Один сантиметр без ДТК. В нашем ненаучном тесте мы даем второй шанс ДТК Bulletech, но сейчас я его поставлю так, как я ставлю ДТК Ильина, то есть на 45 градусов. Некоторые ставят Ильина вообще на 90 градусов в бок. Я предпочитаю все-таки другой угол. И мы посмотрим, как будет работать этот дульник с поворотом на 45. Группа самая маленькая получилась. Так, этот дульник мне нравится гораздо больше, чем повернут строго вверх. Ну, и так видно, что все 10 попаданий лежат плотнее всего. Самые два дальних попадания находятся... Мерим по центрам на 12 сантиметров друг от друга. Итак, последние 10 выстрелов нашего теста. Тринадцать сантиметров. Выводы нашего теста следующие. Дульный тормоз-компенсатор работает, но его эффективность не надо преувеличивать. Он работает в большей части, на мой скромный взгляд, за счет своей массы. Если бы мы могли, наконец, повесить, например, стальную болванку массой, ну, скажем, 50 килограммов, то увода не было бы совсем. Все эти вырезы модные, не знаю, насколько они влияют. Мне кажется, если и влияют, то очень незначительно. С другой стороны, когда я повернул дульный тормоз-компенсатор от Bulletech на 45 градусов, он мне так понравился больше. То есть есть какой-то вспомогательный эффект, но очень незначительный. Главный – это эффект массы. Но примечательно то, что на дистанции 20 метров, стреляя, особо не прицеливаясь, вы можете себе представить, да? На улице стоишь, на холоде, тебя немножко болтает, ветер дует, и ты, нажимая на спусковой крючок, совершенно обычный, незапиленный, со сплитом 0,2, делаешь вот такие попадания, которые все приходят в альфу на 20 метров. Для себя я сделал вывод, что Bulletech оказался примерно на одном уровне с дульником кастома. Ну а сами по себе ДТК не стреляют кучно.
важно владеть техникой работы с отдачей. Друзья, оба этих дульных устройства вы сможете приобрести в нашем интернет-магазине pschannel.ru. Если вам нравятся тесты, то слева тестируем цевьё со стабилизатором, а справа – OSM.